Это же неспроста. Сейчас надо будет пить. Всем привет, вы на канале Random Game. Это с вами я, головка от часов Заря. Сейчас, погодите, я тут все себе поставлю, клавиатурочку, мышечку, хуишечку. Кстати, это трэш-обзор, поэтому я тут буду материться, имейте в виду. Обожаю материться, поэтому хлебом не корми, блядь, дай попиздеть как-нибудь, блядь, матерно. Так, так, зато будет прикольно, зато будет много словес от меня всяких разных. Русский, блядь, не итальянский, сука, русский язык мы ставим. Где вопли? А где вопли? А где вопли? Ага. Тут без опли. Музыка громко, надо музыку, блядь, не то нажал, сука, настройки управления. Нет, игры. Музыку надо убавить сразу, вот так. Оп, чтоб вы меня слышали. Слышите меня? На 30-ку, наверное, даже сделаю. Ну, в задницу. Так, громкость окружения 100, громкость эффектов 100, общая громкость 100, но в принципе все в остальном пойдет, потянет. Длительность уведомлений, включить текстовую анимацию, отображать урон по врагам, отображать урон по игроку, хер с ним, пусть это все пока что будет, полный экран, лимит кадров, ультра-шмультра, да вроде все, размытие в движении нахер, вегентирование, я не знаю, можно убрать, не убрать, что-то такое, хер его знает, и глубину резкости, кстати, тоже, вот, все, окей. Ну что, погнали? Что-то прям громко мне в уши, прям долгий звук, ну да хер с ним. Игра называется не Крым, нет, блядь, Грим, блядь, или Грайм, я не знаю. Короче, она будет страшно, что пиздец, поэтому давайте смотреть скорее. Блядь, опять настройки жмут, сука, назад. Поехали смотреть, что она из себя представляет. Игра поддерживает функцию автосохранения. Лады, пока он в углу вот такой злачок крутится, значит, соответственно, игра сохраняется. Черная дыра. Всех засосало. Тут какие-то монстры будут, хер просышь. Я по трейлерам, по картинкам смотрел, ну, блин, довольно такая прям необычная игрушечка. Чайку пока себе помешаю, сахарку. Я себе чай приготовил. Попивать иногда. Сосаться будут. А, нет. Я уж думал, будут сосаться. Все, и улетели, блядь. В эфир. Не в телевизионный, я имею в виду, а, блядь, в космический. Чтобы вы понимали. Грим. Я вначале думал, может это от братьев Грим что-нибудь. Но похоже, что нет. Все, чаёк я размешал. Надеюсь, вам не слышно было. Как я его размешиваю. Нет, не слышно, я в наушниках сижу. Ну чё вот, блядь, закатавайся, сука. Где экшен? Понятно же. Опа! А, это меня со... Короче, чувак, у которого в башке будет черная дыра, во. Я вспомнил немножко описание игры. Вчера читал, блин. Память, сука, как это, блин. Как у рыбки, нахуй, 3 секунды, блин. Упал, разъебался об землю. Вставай давай, Д для передвижения. Какой Д? А, Д, вправо. Я думал, тебе вначале встать надо. Нет, не хочешь встать, дружище? Влево не хочет ползти, короче, только вправо. Погнали. Ну, выглядит прикольно. Прям вообще. Это, короче, это 2D. 2D. Не аркада, как это, платформер, где надо прыгать и бить всех.
Ползи давай. Теодору Ковалеву вон, спасибо, надо сказать. А2. Ох, имя А2. Ну, блядь, мы так всех читать будем, что ли, а? Ей-богу. О, пришел в себя, чувак. Пошли назад сбегаем. Я, блядь, я люблю назад бегать. Вдруг там какая-нибудь тайна сука великая, блядь. Хуй там. Тап, тап, тап не жмякается. Так, что на эскейп у нас? О, на эскейп. А вот почему тап не жмякается, а эскейп, мы, смотрите, сразу же куда-то попали. Все, я тут пропаду, блядь, минут на 5, нахуй, имейте в виду. Итак, чувака можно вращать, что уже радует. У него, блядь, есть инвентарь. Прикиньте. Охуеть не встать. Так, что это такое? Хуй пойми, это оружие, это, блядь, какие-то кристаллы. Непонятно же, нихера, блядь, здоровье 0, схуяли у тебя... А, здоровье 100, погоди. Лечение дыханием 80. Регенерация... А, это выносливость, я уже думал, здоровье 26 секунд. Думаю, нихера ты лечишься, блядь. Как черт, сука, жертвы. Жертвы, хер поймешь, что это. Карта. На ней есть игрок, это мы. И суррогат, утраченное вместилище, маяк, нерволаз, блядь, какой-то, и цель. Окей, можно спрятать, можно увеличить. Хуй с ним. Правой кнопкой мыши тут приближаем и удаляем. Как карта появится, так будем на нее смотреть. Так, вернуться к игре. Параметры уничтожения вместилища. Что это, блядь, такое? А можно, блядь, не, я не буду жать. Нахер, блядь, мне хочется нажать. Сука. Блядь. Блять, шаловливые мои ручки, сука. Блять, кому вы доверили игру, нахуй, блять, в кого играть? Сука, убил, блять, вместилище. Погоди, блять, это такая хуйня, а чё, зачем она нужна? Блять, ладно, хер с ним. Так, на пробел ты прыгаешь, а где, погоди, надо эти посмотреть же кнопки наши, да, еще. Нас, конечно, будут учить, да? А учить нас будут, нахер смотреть, все, погнали. Друган мой. Оу, как ты, блядь, на shift умеешь делать? Space прыжок, да я уже, блядь, выучился нам, что space прыжок. Туда ни хера, а сюда хера. А сюда... Ты дышишь там, что ли? Ты устал? Не, ну, блядь, прикольно. А есть двойные прыжки? Хуй поймешь. Ладно, сейчас попробуем все это дело. Так. А, погоди, вон там по-любому тайник какой-то, нахуй. Ха-ха-ха, я ж как, блядь, знал, а? Так, и чё ты тут, блядь, чёрт, молишься? Левые кнопки не работают. Да хер с тобой, блядь. Молится он там, сука, богам каким-то. Так, левый shift движение, рывок. Рывком можно проходить сквозь существ. А зачем мне сквозь них проходить-то? А, ты меня тут, типа, не даешь пройти, да? А, левый shift, рывок назад. И хер с ним, разберемся. Так, прикольно. Для поглощения нажмите Q в момент попадания атаки врага. Запуск, запуска перед приближающимся пиршеством. А, закуска, запуск, блядь. Пиздец, не вижу нихуя. Так, Q в момент атаки врага, поглощение. Опа! Хуйца соснул. Так, щуплая рука, найдена новая жертва. Ну-ка, погоди, блядь, как мне? Escape, жертва. А что за щуплая рука? Это так зовут его, что ли? Во, у нас там желтеньким, кстати, подсвечивалось что-то, новинка какая-то, да? Тут нет нихера. Так. Во, бля, щуплая рука. Сознание порождает желание, и это желание зачастую проявляется в виде тянущейся руки. Руки вяло взмахивают в направлении приближающегося присутствия. Они едва ли представляют опасность для чего бы то ни было. Так, если я 5 рук поймаю, я, видимо, узнаю что-то еще, да? Тянущаяся рука. Но опасность они, видите ли, не представляют. Так, окей, это я в черную дыру своих засасываю, да? Бля, прикольно. Посмотреть вверх, посмотреть вниз. Моя голова. Че, болит? Ну, вообще, я тебе нурофенчика принесу. Неправильно. Неправильно. Схуялина, неправильно. Так. А чё ты назад-то? Бля, вон оно чё, сука. Смотрите, если, короче, я вперед бегу, shift называю, то он нажимаю, то он перемещается вперед. Если на месте shift нажимаю, то он назад отходит. Ха, прикиньте, да? Двойного прыжка нет, только что попробовал. А, можно в прыжке, наверное, шифтануться, да? Ну-ка. Да бля, не то я хотел сделать, сука.
хуй. В прыжке он, короче, не шифтится. Так, момент поглощения, давай. А, ты что, меня ёбнул, что ли? Ты прекращай меня бить. Во, еще какие-то черти, смотрите. Сучара! Чтоб ты сдох. Но ты и сдох, в принципе. Так, там какой-то тайный проход, блядь. Нам туда не пройти ни хера. А можно тут что-то поглощать, вот эти вот херовины? Нельзя, да? Так, тут прыжок вниз нам должен быть. Окей, окей. Окей. Ты тут ничего не будешь ломать, я надеюсь. Чертила. Ну-ка, давай-ка туда попробуем пройти. Хоп. Так, поглощение. Оп. Во, мы уже три щуплые руки собрали. Так, надо вниз спрыгнуть. А тут нету ни хера, да? А тут нету ни хера. Зачем спрыгивал, называется? А, блядь, надо же было shift нажимать, сука. Вот так. Вот так. Дыхание. При поглощении врага вы впитываете его дыхание. Нажмите Е для преобразования заполненной шкалы дыхания в здоровье. Угу. Об инструменте нужно заботиться. Восстанавливайте вместилище, поглощая жертву. Окей, инструменты. 272 какие-то херни у нас внизу справа, вон, видите? Так, Е. Хоп, чутка восстановил. А чё потратил? В круге вон ту херню, да? Которая в круге была. Так, понятно. Тут нет никаких тайников. Подняться, спуститься. А, вот по этой херне, да? Погнали. Прикольно. Ну чё, мы тут прыгать-то не будем вниз, блядь. Только наверх. Плачущая полость. Разрушитель подвижных существования. Небо. Побудитель. Вы чё там, блядь? Камню, что ли, блядь, молитесь? Так, чё тут, блядь? Ничего нельзя разрушить. F. Оп. Леволамовая пыль. Понятно вам? Леволамовая пыль. Тут опять у меня ничего нету, да? А тут что-то появилось, кстати, смотрите опять. А, про камни информация. Ну-ка. Валуноголовый. Растянутые искаженные черты лица на безмолвном и бесполезном валуне. Не сформировавшаяся голова на сформировавшемся теле. Они не столько атакуют, сколько ныряют вперед. Вес головы тянет их вниз, из-за чего их падение не так уж и легко прервать. Вращать их нельзя, да и не особо и хотелось. Бля, прикольно. Но монстр, смотрите, не сильно много на самом деле. Ну хотя, не, в принципе, вполне себе пойдет. Вот это что такое, непонятно. Так, ладно, окей, а что, карта у меня так и это, да? Это что? Утраченное вместилище. Хер простыш, надо, видимо, где-то открыть карту какую-то. А, и пыль, 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 что такое пыль? Левая кнопка сведения. Правая кнопка надеть, снять. Блять, ну обычно... Хуй знает, ладно. Обычно на правую кнопку сведения, да, тут на левую кнопку. Ну окей. Используется для возвращения к последнему созданному суррогату. Стремясь стать единым целым, леволам притягивается к местам наибольшего скопления своих частиц. Леволамовая пыль. На единичку она у нас работает. Окей. F. Это я сохранился, что ли? Как раз чайку бахну. Бахну чаечку. Хорошо. Так, рост какой-то есть и выход. Рост. Надеюсь, не Саша. Развитие вместилища. А, их можно развивать. Смотрите, что. Статистика здоровья, бла-бла-бла. Прогресс, здоровье. Это что-то можно очки вкладывать, да? Вот эти, видимо, очки можно вкладывать сюда, да? Плюс один уровень. Чё? Пока ничего нет. А, вот, смотри, что-то это у меня, да? Нет, появилось. А, у меня вот есть плюс один уровень. Короче, можно его во что-то вложить. Ха! Давай смотреть, что это. Здоровье увеличивает запас очков здоровья, позволяя получать больше урона до уничтожения. Умения какие-то еще. Увеличивает запас выносливости, позволяя выполнять больше действий до истощения. Сила увеличивает урон оружия, зависящего от силы. Увеличивает урон оружия, зависящего от ловкости. Увеличивает урон
умений и оружия, зависящих от резонанса. Окей, у меня-то есть, блядь, кубик чудесный. Какая тёлка прикольная, блядь, с крыльями. Так, кубик. Чем мы будем прокачивать? Пятую херню будем прокачивать. Вот это. Резонанс. Лады. Ха. Чёрт, нихуя ты, долбоёб, кубиком всё прокачиваешь. Не идите нахуй, не умеете играть, блядь, не лезьте, сука. Блядь, бездари, сука, я-то знаю, как играть. Так, активированный леволам становится вашей контрольной точкой и суррогатом. При разрушении вы восстановите форму последнего активированного суррогата. Форму восстанавливаете не только вы, но и большинство жертв. Используйте их массу для развития своего вместилища. Чё, блядь, погоди, нихуя не вкурил. Активированный леволам становится вашей контрольной точкой и суррогатом. А, это вот этот камень, это, короче, леволам. К нему можно возвращаться с помощью вот этой вот хуи на единичку, леволамовой пыли. Так, при разрушении вы восстановите форму последнего активированного суррогата. Ну, то есть, в принципе, блядь, оживитесь, нахуй, да, здоровье восполните, там, и прочий херобор. Форму восстанавливаете не только вы, но и большинство жертв. Используйте их массу для развития своего вместилища. Ну, короче, можно их, видимо, это самое, как она называется-то, блядь, эта хуйня в играх. Когда ты, блядь, постоянно врагов херачишь и херачишь, блядь, терпеть это не могу, блядь, в гробу видал. Кусочек утробы, которая когда-то была вашим обиталищем и вновь может стать таковым. Окей. Так, чё, вниз, вверх, куда? Карты по-прежнему нету, да? Но у нас появился этот наш суррогат. Леволам, суррогат, блядь, вы уж определитесь, нахуй. Во! Тут эта херня. Крошечная бесформенная масса. Так, чё она нам даёт? А, тут пишется расходник, да? Так, поглотите, чтобы получить 100 единиц массы. Это тело кажется неправильным. Оно высохшее, крошащееся, и с каждым движением все больше скрежещет и изнашивается. Массы. Масса — это моя жизнь, что ли? Ладно, пока не будем трогать. Но я так понимаю, что масса — это моя жизнь. Так, вы чё, опасны, нет? А, блядь, сука! Ты чё, ты охерел, что ли, блядь? Ты чё, тебя сейчас поглощу нахуй? Хопа, блядь! Сучонок, смотри, чё, блядь, а? Так, найдена новая жертва, давайте узнавать. А, это ползун, это не камнеголовый. Так, ползун. Вырывая себя из породившей их земли, они бесконечно скитаются в темноте. Тем из них, кому достает разума понять ситуацию, только и остается, что проклинать свое существование. Есть много разновидностей ползунов. Ноша некоторых не так тяжела, что обеспечивает им несколько большую подвижность. Окей. Ползуны. Так. Ну, мы можем вниз спрыгнуть. Правильно? А можем пойти наверх. Во, я правильно сделал. Вот, блядь, в таких играх иногда не знаешь, где, блядь, дальше прохождение, а где, блядь, спрятана какая-то это... тайный секрет, сука. Иди сюда, блядь. На, бей меня давай. На! Сосни хуйца. Так. Блядь, хорошая фраза. Это чё за чёрт? Блядь, это рука. Давай, нахуй. Так, рука 4 из 5. Сейчас посмотрим, что нам 5 этих дает. Убирайтесь вы, уродины. Вы. Ох. Красота! Совершенство! О, прости меня, мне показалось, что это один из моих безобразных и омерзительных сородичей. Но нет, нет, ты от них кардинально отличаешься, твои пропорции изумительны. О, безупречный, прошу, позволь мне служить тебе, я буду полезен, обещаю. Я поищу то, что может тебе пригодиться. Да, я найду тебя снова и принесу дар, достойный твоего чудесного внимания. Вот тебе. Блять, и съебался куда-то, сука. Ну и ладно. Хер с тобой, неси мне дары, блять. Давай. Я достоин всяческих даров. Так. Да. Хопа! Сука, не вовремя, да? Оп, а теперь вовремя. Так, а чё, погоди, на Е что-то у нас там теряется. Давайте посмотрим. А, вот, да? Короче, заполняется раз, два, три, четыре шкалы, что ли? Сейчас на это обратим внимание с вами.
Так, чё, наверх можно залезть, да, и потом перепрыгнуть, забрать вон ту херовину справа. Блять, я уже миллионы миллионов таких игр прошел, сука. Надо было вверх нажать, чтобы зацепиться. Хоп! Ага! Так. Крошечная бесформенная масса, хер на нее. Так, хопа! Как я ловко прыгаю. Ты чё там, а? Давай! Чертила. Так, да, мы одну ячейку заполнили, видите, да? То есть каждый враг это одна ячейка. Потом она, соответственно, расходуется в здоровье. Ноготь. Хера себе. Погоди, ноготь. Так, это что у нас? Расходник. Острый ноготь со сформировавшимися кончиком пальца. Бросьте, чтобы немного досадить врагам. Можно часто встретить под разверзшимся небом и в несформировавшихся местах. Ха. Бросить. Бросить. А чё, на три, да? На три. Погоди, а, блядь, на какие три это надо? Сука, как это неудобно, блядь, на три. Ну, сейчас куда-нибудь бросим, погодите. Найдем куда. На три, блядь. Тебя, что ли, бросить? Три. Ау-у, погоди, а он чё, не расходуется? Ноль стал. Ха-ха, сука, выкинул ножик, блядь. Вот пиздец. Так. Так, погоди, а чё я тебя убил, а получил я про тебя информацию? Ты же пятый должен был быть. Хер это, поглощать его надо, да? Сука. Ладно. Так, чумардос. Блять, я думал, с тобой поговорить можно. Ты чё, чёрт? Ах ты ж чертила. Валуноголовый, почему один из пяти? Один из пяти только. Ладно. Так, я помню, что там вниз еще можно было бежать. Ну это, короче, путь дальше, да, я так понимаю? Ладно, пошли вниз исследуем. Потому что мы больно далеко уже забрались. Блять, вот здесь. Вот, сейчас вот этого поглотим и узнаем, что такое 5. Давай. Опа! Охота на жертву завершена. Так, лады. Что бы это значило? Растите для получения. Успешное поглощение или отражение восстанавливает выносливость. Тьи. Я думал, может, еще какая-нибудь история будет. Ага, это эти чертилы, да? Я понял. Которые поклоняются камню. Лучше бы мне поклонялись бы. О, поговорить можно с тобой, что ли? А, это ты? Тайпер! А, безупречный! Похоже, я нашел достойный тебя дар. Великолепным вытесанным эти палки облегчат... Чё, бля, великолепным вытесанным эти палки облегчают переработку омерзительных меньших полезные материалы. И-и-и-и. Ударный топор. Так, нажмите И, чтобы открыть инвентарь. Щелкните правой кнопкой мыши по предмету, чтобы надеть его. Щелкните левой кнопкой мыши по предмету, чтобы просмотреть сведения о нем. Один из множества разных способов сокрушить жертву. Лады. Инвентарь. Так. Ударный топор, оружие. Что-то все по нулям. 0-0-0-0-0-0. Так, скорость оружия высокая, мощь оружия 24. Особая атака. Пальцы складываются в топор и наносят жертве больший урон с увеличенной ошеломляющей силой. Неподвижная рука, выкопанная из земли и превращенная кем-то упорным в оружие. Лады, берем. Берем. Ха! Фу! Погоди, блядь! Сука! Ты чё там решил на меня нападать, нахуй? Так, погоди. А, на рывки тратится тоже выносливость. Окей, я тебя понял. Так, а тап что такое? Тап. А, тап это менять, короче, одно на... Всё, я понял. Бля, не дурак. На!
Хва! Сучонок, вас надо всех, короче, вначале это... Блин, я так все пойду горшки разбивать. Хе-хе-хе-хе. Заебись. Хва! Все горшки мои. Оп, блядь, ты чё там, сука? Ну нахуй! Херасю ты бьёшь, блядь. Блядь, блядь. Погоди. Ты чё, сука? Блядь, я тебя сейчас поймаю тогда, нахуй. Вот так вот, блядь. Древняя конечность. Блядь, сучара бьёт меня и бьёт. Так, древняя конечность. Чё там про тебя? Выросшая до огромных размеров рука — результат необычайного воплощения дыхания в отдельно формирующейся конечности. Быстрый и недосягаемый, необходимо поглотить, когда она атакует. Окей, окей. Расхерачили камень. А там нет, кстати, этого, блин, ну-ка. Нет, нету. Какой-нибудь тайной комнаты, блядь. И Гарри Поттер там сидит, сука, срет. Так, что это у нас? Маяк настроен. Карта обновлена. Ха! У нас появилась карта. Окей. Это отсюда мы с вами звезданулись. И там у нас утраченное вместилище, да? Поднялись тут все, поискали. Ака, туда он я не заходил, да, наверх? А можно как-то зайти-то? Ну-ка. Ну-ка, погоди-ка. Конечно, понимаешь, ты как бы и нахуй бы она надо было. Но, блядь, интересно же, сука. А, это мы как-то через верх туда попадем, да? Через верх. Здесь я всякое никак туда не попаду. Ух, в воздухе, смотри, как завис. Хова! Как это неправдоподобно выглядит, да? О, я с них тоже что-то собираю, да? Так, атаки и рывки расходуют выносливость, которая затем поспешно регенерируется. Постепенно, блядь. Без выносливости выполнить эти действия не получится. Там, где пасует разум, приходит на помощь выносливость. Так, смотрите, у меня 667 плюс 2 плюс 5. 672 стал. Да, кстати, поэтому есть смысл все это разбивать. Хе-хе-хе. Нормально. Опа! Чертил разбудил, смотри-ка че. Блять, не успел. Сука. На. Погоди. А так, сейчас мы вас всех поглотим. Окей, что тут у нас? Поле обломков. Ноготь. Ага, поле обломков. Разбросанные обломки удерживаются спиральным полем. На время снижает получаемый урон на 15%. Эти камни странным образом гармонируют с вместилищем. Так, окей, 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 окей. На трешку можно стрелять. Лады, просто зря выкинул. Кто ты? А! Сука. Блять, на, получи. Давайте тоже, наверное, это, да? А ты что, не нападаешь, что ли? Ты что, просто ползаешь, что ли? Блять, ты же достал вроде до него. Ноготь. Лады. Так, пошла херня, блядь. Постоять можно, но недолго. Нельзя, да, разбить, походу, дело? Окей, я тебя понял. Не с первого раза, конечно, но понял. Красные атаки нельзя поглотить. Вы можете совершать рывки сквозь врагов. Окей. Это типа мини-босса, да?
Какой-то ты, блядь, задохлился. На, погоди, блядь, у меня кончилась эта хуйня. На. На. Блядь, чертила, сука. Найдена новая жертва. Давай узнаем про тебя. Сумасброд. Амальгама существ, сформированных из куска камня и переплетенных между собой. Сырость полости отрицательно повлияла на процесс формирования. Постоянное стремление рваться вперед легко обратить против них, вынудив запнуться на резком повороте. Окей. А их, погоди, их что, не надо собирать? Их не надо собирать, да это типа мини-босса. Лады, лады. Так, там мы никуда не пройдем. Так, что, попробовать вот эту надвушечку? Хотя она вроде как бы не нужна нам, да? Можно на Е, в принципе, все восстановить. А на Е я сказал. Ты что, не хочешь восстанавливать? Че, говна поел? Ну ты собака какая, а? Ты пес сутулый. На Е не хочет восстанавливать, прикиньте. А, надо до конца, чтобы она добралась, чтобы восстановить. Шипастый торс, торс плакальщика. Это что-то, видимо, здесь, да? Ага. А, это все, видимо, да? А, это чисто броня. Лады. Так. Мастер обликов увидел потенциал в том, чем могли бы быть мертвецы полости. Шипастые, но от этого не менее прекрасные. Возможно, это признает и кто-то еще. А что это дает нам? Ха, бронька поменялась, смотрите-ка че. Блять, оружие пиздец, конечно. Так, окей. Хотя я что-то не вижу никаких параметров на броне. И ничего не меняется, в принципе, да? Резонанс единичка, уровень первый. Окей, ладно, хер с тобой. Ходи в этой броне. Бля, прикольно, мне нравится игра. Сука, спрыгни вниз. Посмотреть вниз, давай посмотрим. И чё там, блядь, ничего там интересного. Вот, там что-то есть. Ты чё, ты говнюк? А, сука! А я могу до тебя допрыгнуть? Нет, наверное, да? Да, блядь. Так, ладно, погоди. Где ты там? Черт. Так, как раз двушечку надо использовать. Да, два. И чё я восстановил? Сука. Хе-хе-хе. Ничего не понял. А, я этих по 100 беру, да? 1075 стало. Так, ладно, черт. Чё, просто тупо подобрать? Так, одну подобрали, это был ноготь. Еще ноготь. Ну, короче, предлагают ногтями его закидать, да? А, вот отсюда, да? Ага, я по нему попал. Блять, говнюк, сука, сраный. Не-хе-хе-хе. Чё, не ожидал, да, такого, блядь? На, нахуй. Кусок говна. Так, я тебя собрал. Но наверх запрыгнуть не могу. Бля, почему ей не работает? Я сейчас кони двину, сука. Произошло убийство. Блять, классная игра. Но вот это я терпеть не могу. Сейчас придется все заново бежать, бежать, бежать. Это жесть, конечно, какая-то. Так, получение умений. Успешное поглощение или отражение восстанавливает 25% от общего запаса выносливости. Поглощение или отражение.
А, за единичку мы можем его получить себе, да, возмещение. Удерживайте правую кнопку мыши для возмещения. Удерживайте кнопку мыши для роста. Говно, не буду это я это брать. Так, 3 очка у меня, смотрим. 2, 2, и что еще? И 4. 2, 2, и 4. Лады. Погнали. Еще сейчас пройдемся. До следующего камня сейчас доберемся. Сейчас-то мы стали опытными чуваками. Да, блядь. Так, охота на жертву завершена на одну, да? Так, что ты нам даешь? Растите для получения. Теперь можно медленно ходить, удерживая левый альт. Зачем? Непонятно. Так, а это кто у нас? Шипоголовый. Как только шипы прорастают слишком глубоко внутрь, их вытаскивают из основания, лишь для того, чтобы дыхание вырастило их вновь. Трусливые и уязвимые атакуют шипом с расстояния, его следует возвращать назад. Хе-хе-хе. Логично. Так, еще ногти. Ну хотя бы мы сейчас будем все собирать по дороге. А эту можно разрушить? Нет, херобор. Нет, да? Бля, мне босса придется проходить, что ли? Я не хочу. Это не прикалывает. Вот я вот это терпеть не могу, вот, ей-богу, вот всю эту херобору. Ты, блядь, бегаешь постоянно. Постоянно бегаешь, вот это вот, блядь, херней занимаешься. Так, ну эти надо сразу жрать, что ли, или не жрать, непонятно. Иди в пендря. А, ну можно же его, в принципе, пробежать, да, наверное? А его тут и нет. Ай да. Он же тут, по-моему, да, был? Мини-босс. Так, тут мы карту открыли. Тут каменюга прячется. Ты чё, говна кусок? Ну давай, добей тогда камни все. Так, чё, можно теперь поглотить, да? Вот когда она целиком, мы ее поглощаем, окей. Ноготь. Еще ноготь. Тут закрыто, все, я вспомнил. А, ну не все, кстати, они появляются, смотрите. Вот здесь была рука в кувшине, сейчас ее нет. А, вот здесь был босс. Ну его, славьте, господи, что его нет. Прям вообще благодать. Так. Чё тут за черт? С тобой все в порядке? Фух, я что, его подобрал, что ли? Так, давайте я поглощу. Поглощать надо, потому что потом мы от этого лечимся. То есть это довольно-таки важно. Так, давайте-ка мы назад сбегаем сейчас. А тут карта-то есть? Есть. И вот здесь меня убил этот черт. А, не этот черт. А кто меня убил-то, что-то я уже и не помню. Так, а тебя и убивать-то смысла нет, правильно? Правильно.
Есть такое дело. На. Так, нестабильный глаз. Так, и чё это? А, это туда, да? После броска взрывается при контакте, нанося средний урон. Глаза нестабильны, они метко одновременные бесформенные ереси и ребенка. Никому не стоит иметь дело с существом, обладающим глазами, ибо его неуемное желание станет роковым как для вас, так и для него самого. Никому не стоит иметь дело с существом, обладающим глазами. Ну, логично. Логично. Так, а что я могу убрать, например, вот... А, вот так, да? Погоди. А, то есть я вот так выделил его и вот так поменял, да? А перетягивать я не могу. Блять, как это неудобно, сука. Ну ладно, пусть будут глаза на единичку у меня. Так, а как их бросить? Хе-хе-хе, бросил, блять. Хе-хе-хе-хе-хе. Да, блять, погоди, сука. На. Так, а чё мне надо еще поглотить-то, чтобы понимание это было? Одну башку надо поглотить, да? Большую руку. Этих не надо поглощать, этих не надо. Большую руку, короче, и одну башку. Остальных всех можно молотом уже колбасить своей вот этой рукой. Так, башку, короче, надо поглотить. Поле обломков. А, тут я был. Окей. Секретик. Маленькая бесформенная масса. А, тут тоже кто-то, смотрите. И чё, надо бы туда, наверное, да? Так, но как бы так, чтобы нас не задело? Окей. А я могу бросить? Ну-ка, присесть. И бросил, блядь. Поглощать-то надо, шипастые руки плакальщика. Это крошечная бесформенная масса. Неправильно, высоко крошащаяся. А здесь? Погоди. Блё. Поменяйся обратно. Каждое сказанное слово с болью вырывается из голой расщелины моего горла. Окей. Мастер обликов увидел потенциал в том, чем могли бы быть мертвецы полости. Шипастый, но от этого не менее прекрасный. Возможно, это признает и кто-то еще. Давай, одень ручки. Короче, они ни на что не влияют, но чисто для красоты, видимо, они нам служат. Так, все, погнали наверх. Ха. Это что за черт там бегает? А, ты который нафиг его убивает? Или что, он нам даст какой-нибудь ништяк, может быть, да? А, его не колят шипы. Охоты. А, мы еще какие-то очки охоты, что ли, получаем, да? Это, видимо, вот эти красные и... К
красный и... Ну, короче, вы поняли, да, о чем речь? Надеюсь, что поняли. Так, а вообще я туда иду-то, нет? Я так, блин, что-то я, по-моему, вообще не в ту степь двинулся, да? Что-то такое ощущение, что я рано сюда побежал. Надо было где-то там что-то исследовать. По-любому. Да ты чё так много бьёшь, ты? Чёрт. А как тебя убить тогда? Хе-хе-хе. Так, это большая конечность, да, была? Восстанавливаем своё здоровье к херам. Ну, почти что полностью, да? Чуть-чуть. Ага. Блять. Так, что он нам дает? Отражение атаки наносит урон атакующему. Зависит от резонанса. Отражение атаки. О, это можно большой удар делать, смотрите. А чё же я, блин, тупил-то? Так, ноготь. Сейчас еще наверх заберемся. Ты чё, на? Блять, не успел его ударить. Давай, прыгай. На. Так, еще ноготь. Шипастые ноги, плакальщик. Так, а погоди, а как я без них выгляжу? Да, блядь. Пойдет. Так, ну это я просто вниз спрыгну, правильно? Правильно. Вот, мы эту часть изучили с вами, да? Ага. Парные клыки. Это оружие. Так, особая атака. Прыжок вперед с нанесением урона. А, там особая атака. Пальцы складываются, и вот эта ошеломляющая сила. Ага. Неизвестно откуда взявшиеся клыки, обработанные заостренно аккуратным мастером. Мощь оружия 14, скорость очень высокая. Давайте возьмем. Так, и теперь на тап мы можем менять оружие, да? Ну-ка, как мы с клинками выглядим? Ты, блин, ты овечка, возьми клинки. Ну, так себе как-то. Ну, типа, быстро бьем. Так, окей. Че, вот тут мы уже прям везде, везде прям были, правильно, правильно, правильно. Все, теперь можно туда влево двигать. Так, а вот. Тут есть ли смысл вниз спрыгивать? А тут типа можно подняться, наверное, да? А давайте спрыгнем вниз. Ха, нормально. Поле обломков. Кстати, поле обломков нас должно защищать, в принципе, да? Может, будем его использовать?
кристаллик. Осколок кровометалла. Всячина. Ага, то есть вот это у нас расходник, а это всячина. Можно добавить в оружие с помощью обуздателя дыхания со столпа мира. Ху-ху-ху. В отличие от леволама, кровометалл можно добавлять в объекты, усиливая их. Окей. Прикольно, тут еще можно оружие усиливать. Так, что, наверх есть ли смысл, да, забраться? Просто я не знаю, куда нам дальше. Вверх, вниз. Похоже, что туда куда-то, да? Тогда давай вниз исследуем. Кстати, топорик больше нравится. Фигня какая-то. Мы, недоразумение, ошибка. Мое тело не должно быть таким. Я это чувствую, я это знаю. Мои мысли, мои слова исходят от мертвой материи. Проклятое дыхание, жизнь втиснутая в нежелающую того грязь. Ты еще только не оживи, меня не бей. Сука, как знал, вот чем мне полагалось быть. Отдай, или я выломаю это из тебя. Сучонок, ну пойдем разберемся. Ух ты ж, блядь. О, блядь. Ах ты, мразота! Взял и захерачил меня, прикиньте. Сука, и все по новой проходить. Так, ладно, я, пожалуй, на этом, наверное, закончу, ребятки, потому что, ну, блядь, до него бежать далеко. Но вполне возможно, я к этой игре еще вернусь, потому что она, блин, прикольная. В нее реально можно поиграть. На этом пока, в принципе, все. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения и... Чё там? Короче, всех благ вам, ребята. Я забыл концовку. Хуй с ней. До свидания, блядь.